Всем привет, дорогие друзья! И сегодня граффити тейнинг. Сон граффити день, короче. И сегодня мы рисуем граффити. Короче, что погнали? Маркер у меня есть, если закупил. Мы рисуем граффити. Словно я скоро уеду, и видео по граффити не будет. Видео по другим. Видео по GTA будет, да. Я вышел. У нас идет дождь. Короче. Пацаны, у меня есть два канала на YouTube. Прошу, российские власти, Роскомнадзор, не блокируйте YouTube, пожалуйста. Короче, у нас идет дождь. Короче. И мы сегодня будем рисовать граффити. Короче. Маркер у меня есть. Главное, чтобы не спалили. Это опасно. Мне это опасно, да. Просто мусора могут приехать, не только нафиг забрать могут и все. И трендец будет. Да. Так, осторожно, там машина. Блин, извините за мат. Извините за мой мат. Сейчас не идет. Люди нам бы побегать. В каком месте потегать? Потому что... Блин. Ну там есть мусор, и там не надо тегать. А вот тут я тегал. Тут самый большой граффити. Это все граффити день. Какой-то голубь. Так, что, начинаем рисовать? Так, сейчас надо. Это называется рисование граффити, да. Короче, мы с вами гуляем, рисуем граффити. Главное, не спалили, потому что в прошлый раз я помню, что нас спалили. Рисуемся на граффити, короче. Граффити, да. Там же вы спалили нас. Тут был Тимур. Короче. Ребят. Тут куча граффити. Граффити, правильно называть. Я тут зацепил стену, короче. Сейчас поставлю на паузу, и мы выключили несколько секунд. Тут у нас помойка, короче. Да. Рисуем, рисуем. Короче. Короче, ребят, рисуем граффити тут. Снова надо рисовать. И нас палить могут тут люди. Все. Нас здесь палить могут. Да. Опасно. Почему опасно? Это опасно очень, пацаны. Я тегаю, но очень опасно, блин. Тегать. Короче. А я тегал еще осенью. Короче. Да. Очень опасно тегать.
тегаем улицу, да, граффити рисуем, да, граффити. Граффити рисуем. Что за тегать? Так, это опасно, ребят. Теглим, графики рисуем, короче. Грув. Опасно. Мы ходим прямо под окнами. Это реально очень опасно, пацаны, так рисовать графики. Видите, может, он мог увидеть, это полицию вызвать. Как вливаем, мы нахуй ходим. Извините за мат. Извините, а то это очень опасно. Да, это очень опасно, пацаны. Рисовать граффити это опасно. Еще собака лает. Да, она лает. Это собака лает. Тут окна. Тут тоже мы потегали. Это мои территории. Банду создал, банду. Короче, я вот мой мастер, короче, я его купил неделю назад, и мы сейчас продолжаем цегать. Чё, он лает? Сейчас это... Извините за мат. Короче, пацаны, и мы сегодня рисуем граффити. Граффити, да. Это граффити YouTube называется. Как по-другому называется граффити YouTube. Там мужик идет. Да. При нем лучше не рисовать. Тусоту спалит нафиг. Короче, тут мы порисовали. Сейчас мы идем в другую сторону. Короче, пацаны, напоминаю, мы идем к цели 2000 подписчиков. Она почти уже выполнена. Пожалуйста, добейте 2000 подписчиков. Ребят, ну, подпишитесь, подписывайтесь все. Если на канал, надо подписываться, потому что, блин, а это уже старый граффити. Он лучше долго стоит. А, она стерлась уже, да. И тут могут спалить, короче. Сейчас пойдем в другое место, короче, рисовать. Да. Там мужики, они могут спалить. Короче, на этом все у меня. Подписывайся на канал. Подписывайся на канал, комментируй видео. Оценивай видео, ставь лайк. Короче.